27 января – День воинской славы России. Районный урок мужества, проходивший в Видновской гимназии, был посвящен 70-летию снятию блокады Ленинграда. На долю защитников и жителей города-героя выпали тяжелейшие испытания. Каждый из 900 дней блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу и своей стране. Учащиеся гимназии в подготовленной театрально-музыкальной композиции попытались рассказать пришедшим на мероприятие о нескольких днях того ада, в котором оказались ленинградцы. Мама, мама, где ты? Я ничего не вижу, мне страшно! Одно из самых трагичных событий Великой Отечественной войны – это блокада Ленинграда. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к городу, чтобы полностью уничтожить его. Постоянные налеты вражеской авиации бомбили дома, памятники архитектуры, склады с продовольствием. От голода умирали тысячи жителей. В своей театральной постановке о тех событиях учащиеся гимназии основывались на известных материалах блокады Ленинграда. Все вот эти вот истории, все стихи о блокаде, о Ленинграде, это на самом-то деле... Ну, лично мне это очень тяжело переносить, потому что там жили же люди, и они как-то в этих условиях выживали. Я никогда никому бы не пожелала, чтобы второй раз это повторилось. Когда выступала сейчас на концерте, глядя на ветеранов, которые плачут, которые вспомнили это все, что было, на самом деле тяжело. Начинаешь понимать, насколько была трагедия той войны. И насколько эти события просто ужасны. Ребята со сцены рассказывали о том, как, несмотря на холод и голод, жизнь в Ленинграде не остановилась. Заводы выпускали снаряды для фронта, дети учились, подростки как могли помогали взрослым. Невозможно без слез и содрогания вспоминать о тех страшных днях блокады советского города. Первые-то дни еще мы думали, что война к 1 сентября закончится в нашу пользу. А потом все хуже и хуже. Конечно, и настроение стало похуже. А потом и болезни пошли. Я когда вижу по телевизору, везут саночки, упакованные до чел мертвых. Также везли мою бабушку. Я помню только со слов сестры старшей. Ей было 18 лет, старшая сестра. Вот мы соберемся иногда, она рассказывала, что вот как везли нас по Ладоге, что машина впереди идущая ушла под лед. Вот я говорю, у меня мурашки сейчас прям потекли. Вот ушла под лед. Мы чудом просто спаслись, чудом. Сколько бы лет ни прошло со дня снятия блокады с города Ленинграда, память о тех страшных днях, передаваемая из поколения в поколение, останется вечной. Конечно, 900-дневная блокада одного из главных городов страны, носящего имя Ленина, было событием, испытанием для страны, великим испытанием. Важно то, что мы все вместе, и взрослые, и дети, должны сделать вывод главный, что мир очень хрупкий, а сохранить его для нас является, собственно, смыслом и продолжением всей нашей жизни. Районный урок мужества, проходивший в Видновской гимназии, посвященный 70-летию со дня полного освобождения города-героя от фашистов, останется в памяти всех присутствующих. Людмила Медведева и я, Адамия, Елена Кошлева, Видное ТВ.